Добрый день, уважаемые зрители! Рад приветствовать вас на канале «Совалмаш». С вами Александр Сударев, и сегодня мы с вами постараемся погрузиться в атмосферу строительных работ, которые выполняются на площадке, где возводится проектно-конструкторское технологическое бюро. Полным ходом идут кровельные работы. На уже ранее уложенный и смонтированный металлопрофиль устанавливаются специальные крепежные элементы, далее укладывается утеплитель и закрывается чистовыми элементами кровли. Причем стоит отметить, что выполняется эта работа постепенно, то есть сразу раскладывается утеплитель и сразу же он накрывается в этот же день финальными элементами кровли для того, чтобы обеспечить влагозащиту, так как погода уже начинает нас радовать обилием осадков. Это необходимая мера предосторожности, которая позволит сохранить все свойства утеплителя, ну и в целом будущей смонтированной крыши в рамках того, что от нее и, собственно, ожидается. Также здесь можно наблюдать очень активную работу с монтажом съемной опалубки для залития бетоном наших лестничных маршей. Часть из них уже готовы, и стоит отметить, что в части лестничных маршах уже начата укладка опалубки для дальнейшей заливки самих лестниц. Те же лестничные марши, которые еще не до конца успели отлить, проходят процедуру арматурной обвязки, установки опалубки и также постепенно начинают вырастать и набирать, так сказать, свою полную мощь и функционал. В том числе производятся кровельные работы над крышей здания АБК. Ну а теперь давайте спустимся на один уровень ниже и посмотрим, что происходит на третьем этаже. Здесь завершается подготовка к залитию двух карт бетонных перекрытий. Для этого на уже ранее смонтированную часть несъемной опалубки в виде профлиста разложена армированная сетка, как также разложен армированный каркас. Между собой они обвязаны, установлена необходимая опалубка и произведена гидроизоляция, которая полностью исключит протекание так называемого молочка при заливке бетона. Это позволит, в свою очередь, после окончания бетонных работ приступить строителям к противопожарной обработке металлического каркаса здания. Заканчивается работа с приямками, многие из них уже смонтированы, гидроизолированы и готовы к следующему этапу работ. Выполняется обратная отсыпка грунта с послойным уплотнением и многое-многое другое. На сегодняшний день на строительной площадке выполняется титанический объем работ, и интенсивность, скорость выполнения этих работ ничуть не упала, а местами даже наоборот возросла. Дело в том, что в самом начале, когда мы вам демонстрировали монтаж металлоконструкций, работы с котлованом и так далее, многие работы, они хорошо были видны на камеру, и их можно было наглядно продемонстрировать. Теперь же строители занимаются точными работами, которые тратят значительно больше времени, больше сил, но их видно не так хорошо не специалисту, ну или даже специалисту именно в объективе видеокамер. Поэтому будем стараться по-прежнему вас радовать интересными сюжетами, рассказывать, какие процессы возникают, какие задачи ставятся и как они реализуются. Обязательно следите за нашими социальными сетями, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик для того, чтобы быть в курсе самой последней и свежей информации. Ну, а у меня сегодня все, поэтому до новых встреч!